Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet every Wednesday on DFM. Ае, всем привет! С вами Кирилл Профит. Бейслайн шоу каждую среду. Обычно с 23, но сегодня решил начать с 22, потому что у меня сегодня будет супер-гость Виктор Строганов, да, которому тоже я отдал час, и это получается с 23 до 0 основное свое время. Ну а так сказать, я буду перед ним разогревать перед хардкором драм-н-бейс классикой. Да, джангл, олдскула немножко, немножко техстепа, в общем-то, по-разному пройдемся, старинки. Будем вспоминать, те, кто не слышал, будут узнавать. И я Витьку позвал не просто так, а в честь события, которое пройдет в эту субботу, 3 декабря, в Самаре, рейв-техносфера под названием Slam Punk. Да, поэтому мы туда собираемся, там состоится наш долгожданный бэк-ту-бэк. В прошлом году не получилось, меня свалил коронавирус. Ну а в этом году мы вместе туда доберемся, все будет хорошо и, в общем-то, отметим полтора часа. Поэтому слушайте прекрасную музыку, вспоминаем классику и ждем Витьку. В общем-то, делайте громче, лайки, репосты, мне будет приятно. Хей-хей-хей! И открыл сегодняшний эфир LTJ Bookem с композицией Atlantis. Рабочее название I Need You. Да, классика Intelligent Drum and Bass. Baby. Mm-hmm.
with DJ Prophet. Ренегейт Снэрс. Это Омния Трио. Кучу ремиксов на эту классику было сделано. Это Moving Shadow 94-5 года. Да, вспоминаем. Later.
DJ Prophet. DJ Prophet. Oh my gosh, bring it down, pump it up, bring the danger. Который тоже приложил очень много сил и, в общем-то, идей в old school, в этот жанр джангл, да, именно. Очень много композиций, которые являются классикой, Original Nata там и так далее. И вот это вот Funksta тоже очень популярно, это был лейбл Ebony Records. В общем-то, на лейбле, на логотипом этого лейбла является такая папуас, такой фигурка, в общем, интересная, посмотрите, погуглите. На этом лейбле очень много хороших треков, вот в частности, вот этот вот Funksta. Эй! Вот и гости пожаловали. We'll be right back.
automatically destruct in 5 seconds. Хитяу легендарная, это Рэй Кид под псевдонимом Ренегейт, композиция «Террориста». Да, конечно же, классика, на нее очень прикольный, кстати, сделал ремикс Доман Роланд. Это Moving Shadow, если мне не изменяет тем. В общем, очень крутой трек, классика из... Классик! Эй! В общем-то, Строганов в эфире. Готовится к выступлению. И все это потому, что мы 3 декабря в эту субботу будем в Самаре. Да. В общем, это будет фестиваль «Техносфера». Слэм-панк. Много-много ребят там играет, но, в общем-то, мы, так сказать, основа и оплот. Я играю драм и бейс, Строганов хардкор, и вот она, наша битва. Замес, как обычно, будем проявлять активности с вами. Это слэм, обязательно. Это Cycle Pit. Это сделаем джамп-ап совместный. И, в общем-то, и гребля будет, и много всего интересного. Поэтому заряжайтесь позитивом, энергией. Покушайте, выспитесь. Берите клевую, цветную, яркую одежду. Это же все-таки рейв, да. И, в общем-то, да, до встречи. Мы готовимся, в субботу мы приедем, естественно, сторис, все дела. Как время сразу же на поляну, чтобы сделать саундчек, все это проверить, посмотреть, чтобы все круто было. Поэтому да, пока что играю я, Строганов скоро подключится, да.
Прекрасная работа от Edrush Optical, называется Gas Mask. Всегда, когда ее слушаю, она мне напоминает какое-то нашествие гномов. Или помните мультик, где мальчик под флейту крысу водил под воду? Не помню, как называется. В общем, ну, короче, я думаю, алды вспомнили этот мультик. Ну, короче, нашествие гномов. И хочу передать большой привет Лёшке Сапуну за подарок, подгон. В общем-то, отправил свою машину в СПА к нему, в сервис детейлинг. Очень круто поработал. Видео, которое я смонтирую, скоро выложу на YouTube, также во всех своих соцсетях. И немного сторис поснимал, выкладывал. И также в ленте есть фотка, ну, уже, да, финальная, так скажем, как он выглядит сейчас. Очень много мелочей, работ было сделано. В общем, я об этом всем расскажу когда смонтирую ролик. Ну а пока что готовимся. Я играю любимые старенькие треки. Drum and Bass, конечно же. Ждем Витьку за пультами. Ребята, да, готовимся к Самаре. We'll be right back.
Music. Давай, иди сюда, Витюх. Давай поболтаем, погутарим. В общем-то, наконец-то мы доберемся в Самару. Да, во-первых, привет, здоровайся с Соу всеми. Всем привет. Да проснись уже, страна. Чё тебе надо? Прирыв, приехал-то. Короче, в общем-то, мы заряжены. Мы готовы. В прошлом году ты отдувался за меня, но теперь Алла Верды, и я буду в строю. Да, к сожалению, в прошлый раз у Кирилла не получилось приехать в Самару. Тебя очень-очень там ждали с твоей музыкой, с твоим драм-н-бейсом. Вот, в этом году надеюсь, что все будет очень круто. По клубу, по площадке. Это легендарнейшая, просто легендарнейшая площадка. Звезда. Я еще в начале 2000-х про этот клуб прям ходили легенды, что там рейвы, там вечеринки, там огромная куча иностранных гостей всегда выступала. То есть все, кто в Москве выступал, все в Самаре в Звезде выступали. Не звездишь? Вот. Не звездю. Вот, короче, там, ну, легендарное, крутое место. Очень хорошая саунд-система там. Ну и, конечно же, это самое главное, это атмосфера, атмосфера и атмосфера, которая там царит. Осталось всего лишь пара дней до мероприятия. По статистике организаторы уже сказали то, что огромное количество билетов продано. Раз. Это значит, будет много народу. Мы знаем, что из многих городов и из Москвы также приедет на это мероприятие очень много наших знакомых рейверов, друзей. Так что очень будет круто. Те, кто поблизости от Самары, приезжайте. Редко, очень редко такие мероприятия. И если вы хотите повеселиться, отдохнуть душой, телом, потанцевать, побеситься, короче, будет очень интересно. Приходите, приходите. И, конечно же, музыка, музыка, музыка. Музыка будет техно, хард-техно, драм-н-бейс, хардкор. Короче, вся-вся-вся самая настоящая рейв-музыка, наполненная энергией, позитивом и очень-очень мощной энергией.
Диллинджа. Узнаем его вот эти вот снейры, банки такие железные, перегруженные. Басы искусственно, конечно же, дисторшн вот этот вот мощный. Он любил в 96-х баловаться, вот именно экспериментировать со звуком. А композиция So Damn Tough, его лейбл Test Recordings, тоже нашумевшая очень. В простонародье называется «Чувак-чувак», ну, сэмпл здесь такой. Очень-очень крутая яма разгоняющаяся, и потом опять идет вот этот вот рваный бит. Да, скоро Витя встает в 23 часа за пульты, пока я у микрофона и у диджея. DJ Profit, Bassline Show из студии DFM.
Так, ну, в общем-то, мой час подходит к завершению, ну, практически подошел. Поиграл все такое интересненькое, старенькое, конечно же, очень многие треки известны, являются классикой джангла и в целом направление вот этого драм-н-бейса. Уступая, в общем-то, станок Виктору, в общем, готов. А главное, вы-то готовы к мощи, которую он играет. Я думаю, да. В любом случае, вы никуда не денетесь. Я вас заколдовал, я вас сюда заманил. И вам придется сейчас послушать немного жести, немного мяса. В общем-то, Самара, готовьтесь, да. И все хорошо. DJ Prophet. Кирюха увидел, какой я трек собираюсь первым поставить. Он подбежал: ты что? Мы же всегда на рейвах заканчиваем наше совместное выступление этим треком. Ну, я им говорю: Кирюш, ну, давай что-то необычное сделаем. Давай я начну свое выступление с окончания, с конца. Я так и знал, что ты сейчас пойдешь.
again. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs. Hammer dance.
Друзья, вот эти все треки мы используем в наших замесах со Строгановым, хардкор и драм энд бейс. Собственно, вот такой став от Вити ожидайте в Самаре. И, кстати, с World of Drum and Bass я выложил на прошлой неделе наш лайв. Вы можете посмотреть, как это было, вспомнить. Ну и, собственно, да, послушать то мясо, которое мы с ним играли, хардкор и драм энд бейс. Это было в клубе «Известия», наше первое совместное выступление именно на фестивале World of Drum and Bass. 7 октября это было, да. Ну и наша совместка первая будет в Самаре 3 декабря 2022 года, клуб «Звезда». Да, ждите! My hand, my hand, my hand.
Up the ground, from 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 the
up in that Lambo with the tint on it. Everything on freak, 4G, lot of rims on it. I'm trapping, you know every day's a grind day. Doing by 120 on the highway. Pull up in that Lambo with the tint on it. Everything on freak, 4G, lot of rims on it. I'm trapping, you know every day's a grind day. Doing by 120 on the highway. Pull up in that Lambo, I pull up in that Lambo, I pull up in that Lambo, I pull up in that. I'm trapping, you know every day's a grind day. Doing by 120 on the highway. Итак, друзья, в общем-то, 3 декабря, Самара, наше выступление совместное, хардкор и драм энд бейс, Profit Stroganov. В общем-то, с нами вместе летит Юрка, хардкор ТВ. Да, в общем-то, будет все это дело снимать, потом выложит лайв, то, что он снимает, смонтирует. Будет много действительно материалов, фото и видео, для того, чтобы, если вдруг у кого-то не получится поехать, конечно же, для того, чтобы вы могли посмотреть видео, фотки там и так далее. Итак, выступаю я, Строганов, Бутфлаг, Геральда, Разлом, Виська, да, в общем-то, Canon Project, Ярослав Лебединский, Ниф, Бикикер и многие-многие другие. Лайнап очень мощный. Все эти люди очень известны, да, действительно. И один из хедлайнеров, 9 часов настоящего рейва. Да. В общем-то, есть ВКонтакте группа, посвященная этому фестивалю. Big Rave Самара. Заходите туда. Там вы найдете всю подробную информацию. Где, чего, да как, приобрести билет, посмотреть промо-ролики, промо-материалы, посты с музыкальными подборками и так далее, и так далее. Ну а пока что слушаем Витю Строганова, хардкор, это Бейсленд Шоу, мой сегодня любимый гость, ай! With DJ Prophet. Politics is fucked up, beyond repair. People being fed lies, they don't care. Facts don't matter, we make our own truth. Fake news dividing us, destroying youth. Thank you.
junge Dinger. Herinneringen. Koningen van Groningen, leeuw waar de goden. Gestoorden uit het noorden, pas op en vallen doden. Uitgeslapen pak ik de laatste trein voordat ik instap. Tik ik nog stellen lijn, ik trek mijn beste housie uit de kast. Gestoorde koppie, Sammy in mijn mic, damn, ik voel me toppie. Platte koningshakken, bomben, Jack en Max. Zakken vol met wiet, heb ik wel mijn Durex. Aan het einde van de nacht, dan hoop ik nog te ballen. Maar is het een beetje fun met z'n allen? We gaan trappen, ik de vijfde trappen. Trappen, ik de vijfde trappen. Trappen, ik de vijfde trappen. Trappen, ik de vijfde trappen.
Вот под этот трек мы на World of Drum & Bass в известиях делали мощный джамп-ап, вышли на сцену и вместе с народом прыгали очень круто. Ну а сейчас разгон. Ускоряемся. Итак, друзья, завтра первый день зимы, но на самом деле уже такие холода, что на улице прям кожу колет. Ну да, вот у меня вот такое ощущение было. Я сегодня походил по улице и прям, ох, хорошо. Да, друзья. Ну и, кстати, на этой неделе будет холодно, до минус 13, а через недельку чуть-чуть полегче, будет до минус 1. Да, поэтому те, кто не переобулся на машине, я думаю, сможете сделать это через неделю. Попробуйте успеть. Есть такие, да. В общем, готовимся к Самаре. Витька Строганов скоро уже будет закругляться. Сегодня и Drum & Bass прозвучал от меня, и вот хардкор как раз таки сейчас звучит от Витьки. Да, на следующей неделе у меня будет гость DJ Dar. Будет играть и Future Beats с таким мощным андеграунд хип-хопом, трип-хопом. В общем, порадует. И дабстепчик поиграет. И вообще, весь декабрь у меня практически будет в гостях. Но в конце, перед самым-самым, самый последний эфир перед Новым годом, я буду представлять первый эфир самых лучших треков за 22-й год. Да. И, как обычно, я это делаю, это будет серия эфиров, несколько выпусков, там 2, 3, 4, по-разному бывает, в зависимости от клевых классных треков, которые я захочу вам продемонстрировать самые лучшие, на мой взгляд, и вкус за этот год. Да. Call me by my name.
I'm the king of the underground, yeah, I done made it. Rage running through my veins, you can see I'm crazy. You better watch your back, I ain't playing in the streets. Breaking all the laws, we ain't fucking with police. Dropping bombs on the haters and everybody involved. Ain't no competition, ain't worried about it at all. I'm inflicting damage, more than you can handle. Competition, they worry about it at all. That part, 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 that part. I'm the king of the underground. В общем-то, не без всяких косячков от меня и так далее. А то по-другому не интересно. Каждый раз, когда он подходил к пульту, что нажимал, я понимал, что происходит, почему пропал звук. А это он по привычке. То есть, друзья, для тех, кто не в курсе, наши совместные с Кириллом выступления очень часто происходят вообще совершенно неподготовленно, спонтанно, специально. Это полнейший экспромт. Это мы делаем специально. Почему? Потому что для нас это очень интересно. Получается
совершенно необычные сведения треков, совершенно необычные вообще сочетания треков. Ну и по энергетике все совершенно разное. Никто из нас двоих не знает, какой трек в следующем будет звучать от друга. И этим это интересно. Ты думаешь, так, как бы я сведу вот этот трек, который сейчас он поставит? Ага, вот, вот к этому треку, к его подойдет, скорее всего, вот этот трек. Ты его судорожно ищешь в коллекции, подготавливаешь и, как тебе кажется, в наиболее подходящие точки, в наиболее подходящее время ты его сводишь, меняешь один трек другим. Другим, со всевозможными эффектами, приколюхами, фишками. Вот, это очень круто. Я постоянно наблюдаю, как люди реагируют, те, кто, наверное, разбирается в диджейском сведении, кто внимательно слушает, что происходит со звуками, с музыкой в эфире на рейве. Вот. Ну и, конечно же, я наблюдаю за энергетикой, как энергетика на танцполе меняется постоянно. То есть то мы к тому же мы устраиваем то слэм на танцполе, то cycle pit, это когда по кругу весь танцпол движется, то присадки и усадки танцпола, то все влево, все вправо, то вот недавно, порядка, наверное, один год пошла новая фишка гребля. Это когда, ну, мы стараемся, чтобы весь танцпол присел на пол, прям на пятую точку, и имитации гребли под определенные треки с определенным ритмом, с определенными звуками. Энергетика невероятная, просто сумасшедшая энергетика во всех вот этих вот прикольных фишках совместных на танцполе. Ну, это круто! Эти штучки такие интересные делают и на рок-концертах, и на рейвах. Я, конечно, вам говорю, участвуйте в этих интересных, увеселительных конкурсах, да. Тата-мада, хороший конкурс, интересный, да? Вот, участвовать, это очень круто, это очень весело. Посмотрите, те, кто не знает об этом, кто не видел, посмотрите на видео. В интернете очень много всего. Ну и, как всегда, друзья, я приглашаю вас не только на наши с Кириллом выступления, но и на все вечеринки, рейвы, которые происходят в Москве, в других городах. Почему? Потому что это отдушина. Там вы можете послушать любимую музыку. Даже очень много людей приходит не из-за музыки, а именно из-за тусовки, из-за веселухи, из-за действа, из-за энергетики, которая происходит и на рейве, на вечеринках. Короче, люди отдыхают, люди обнуляются морально, физически, эмоционально. И дальше, на следующий день, они входят в жизнь с новыми силами, обновленными. Ну, это очень позитивное обновление и обнуление. Вот, до встречи на рейве. Кирилл, огромнейшее-огромное спасибо за очередное приглашение. Такой нежданчик. Всегда рад выступить в твоем радиошоу на этой радиостанции DFM. И сегодня отыграл одни из моих любимых треков. И мне очень приятно, что у меня сегодня в эфире было много времени, что мне Кирюха не помогал, в кавычках, играть своим драм-н-бейсом. Вот, я отыграл треки во всю их длину, чтобы люди послушали и насладились, как сейчас пишут хардкор-музыку, какие композиции, какие звуки, какие приемы применяют в хардкор-музыке. Она стала интересная, энергичная, где-то мелодичная. Ну, короче, все очень круто. Люблю развитие. И всем пока. DFM, с вами был я, Виктор Строганов. У Кирюхи Профита на радиошоу. Да, радиошоу Best End. Ребята, всем спасибо за то, что вы были с нами. Прямой эфир каждую среду. Все, всем пока. Будьте счастливы. До встречи в следующую среду. Ну и в эту субботу мы в Самаре 3 декабря. Да, наша совместка. В общем-то, запись скоро в эфире. Всем пока! Baseland Show with DJ Prophet.